Ребята, в мете открытые запасники. Поэтому вы можете просто ходить и бесконечно смотреть на вот эти вот все предметы старины. Такие вот, например, потрясающие вещи эпохи модерна. И вот такие пряжечки. Столовое серебро. Очень серьезная коллекция ложек. Фарфор. Нас выгоняют уже из музея, потому что он закрывается. Тут, видите, смесь стоит и восточного фарфора, и европейского. Хотя тут, по-моему, все. Ну, либо Азия, либо подделку под Азию. Смотрите. Сейчас уже меня будут выгонять, так что я скоро пойду. Ну, в общем, тут можно жизнь в этом музее провести. Ребят, я посмотрела только американское искусство, причем старалась там вот все лучшее вам заснять. И чуть-чуть Египет, да. Сколько тут еще залов с разными коллекциями, я вам передать просто не могу. И европейское, и азиатское, и индийское, американское искусство. Туда просто не пошла, но мне не очень интересно. Вот. Немножко даже есть ощущение комиссионки. Подставочки под горячее. Американцы, как я поняла, непревзойденные мастера декоративно-прикладного искусства. Прям просто картина ради картины или скульптура ради скульптуры. Я не так много здесь видела. Но, господи, как же они ценят красивые вещи вот обычного повседневного обихода. Ой, какая прелесть, кукольная кухонька. Я тут, конечно, во всех этих тарелочках готова похорониться, во всех этих запасниках. Предметы быта разных эпох. Картины пошли. Тиффани в большом количестве и прочий модерн. Лоза. И невероятно крутые портреты висят. Даже не успеваю вам это все заснять по-человечески, уже выгоняют. Я вот не очень понимаю, где искать именно американское искусство, потому что здесь есть американское крыло, но оно не очень большое. А где, простите, вообще огромное количество собраний живописи, наверняка же есть американское именно. Я так понимаю, мет у них все-таки в основном там, как наш Пушкинский музей, да, для того, что, ну, привезено из разных стран мира, да, чтобы люди видели мировое искусство. А вот более старые пошли портреты. Мебеля.
Ну, вот вам индийская шмотка напоследок. Кожа расписана.